Лёш, господи, ну почему такой беспорядок? Я же просила убирать за собой. Мам, ты играем, уберем. Алексей. Мам, мы заняты. Знаешь, у тебя какая-то нездоровая страсть к чистоте. Ладно, грязнусь, за тобой все равно все тарелки перемывать придется. Лена Сергеевна, вам помочь? Сиди, твоя очередь. Мать все равно чистоту никому не доверит. Поэтому давай, начинай. Так, тебе только в грязи жить. А ну, Маша, мыть посуду. Мам, ну где ты видишь грязь? И вообще, посуду можно не мыть. Главное не перепутать. Вот это моя тарелка. Я ее вылезла, она чистая. Ну, ты, Серег, на, вымой. И вообще, я сказала, доиграем, помоем. Я кому сказала? Вечно ты все испортишь.